стоимость искусственного синтеза золота чрезвычайно высока. Лауреат Нобелевской премии по химии Гленн Сиборг в 1980 году успешно синтезировал золото, облучая свинец нейтронами, и заявил, что стоимость производства составляет более 10 миллионов триллионов долларов за унцию, около 28 граммов. Даже с учетом технологического прогресса к началу 21 века этот показатель мог бы снизиться до 10 триллионов долларов за унцию, что все равно в миллиарды раз превышает рыночную цену природного золота в 2024 году, около 2100 долларов за унцию. Фактически, уже в 1941 году ученые пытались создать золото, облучая платину и ртуть, 196 нейтронами, так как у ртути на один протон больше, чем у золота, а у платины на один меньше. Однако эффективность такой трансмутации крайне низка. Даже цивилизации вроде гостей из трех тел оценили бы уникальную ценность золота на Земле как важного валютного ресурса. Добыча золота или его синтез в космосе представляется маловероятным. Например, по данным НАСА 1999 года, стоимость антиводорода составляла 625 тысяч триллионов долларов за грамм, что подчеркивает колоссальные затраты на получение драгоценных металлов нетрадиционными методами.